Среди приглашенных представителей Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения, ведущие эксперты в области туберкулеза. Прежде всего, речь шла о разработке нового, непростого, но очень эффективного и амбициозного проекта, благодаря которому, по прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения, к 2035 году удастся полностью ликвидировать туберкулез в Брестском регионе. Новая система лечения предусматривает, что лечение туберкулеза более эффективно, если оно проводится в амбулаторных условиях. То есть пациента не нужно госпитализировать на все время лечения в стационар. Пациент может лечиться в обычных условиях домашних, работать, учиться, потому что после начала лечения туберкулеза, по данным международных исследований, если это чувствительный туберкулез, то больной уже не является заразным после недели, после начала лечения, и может жить обычной жизнью, работать, трудиться, жить с семьей. Ему незачем пребывать в стационарных условиях. Это эффективно, это безопасно для человека, это качественно для человека, потому что он со своей семьей, и это не настолько дорого для системы. Изменение принципов оказания помощи – это первостепенная, но не единственная миссия новой методики лечения. Кроме нее, перед системой здравоохранения Брестской области стоит ряд задач. Второй принцип, главный, той модели, которая обеспечит доступность этой помощи, причем максимальную, считайте, пошаговую доступность, так, чтобы эта помощь была максимально близко к нему приближена. Значит, нам нужно обучить и врачей общей практики, и врачей участковых терапевтов принципам диагностики туберкулеза и принципам управления туберкулезом. Социальная поддержка и психологическая поддержка этим пациентам, она нужна. Исходя из этого, нам необходимо развивать те направления, в которых будут участвовать не только медицинские работники, но общественные организации, социальная служба, для того, чтобы обеспечить соцподдержку, чтобы мы этого человека не потеряли для общества, чтобы он вернулся к труду, был достойным членом своей семьи, чтобы бремя туберкулеза не определило какие-то негативные направления в его жизни. Проект, который координируется Всемирной организацией здравоохранения, реализуется в 11 странах постсоветского пространства. Туберкулез – это грозное инфекционное заболевание, которое актуально во всем мире. И Беларусь относится к 18 высокоприоритетным странам по туберкулезу. Тем не менее, за последние годы наметилась тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации. У нас за последние 8 лет на 40-60% снизились заболевания и смертность от туберкулеза. Сегодня на учете в Брестском областном противотуберкулезном диспансере состоит 547 пациентов. По основным эпидемическим показателям на Брещине наблюдается спад заболеваемости по сравнению с 2017 на 30%. Также за год уменьшился показатель смертности. А вот насколько внедрение нового проекта целесообразно и каковы будут его результаты, покажет время.